Мы сейчас сплетем веревочку из 4 трубочек. Для этого добавим трубочек. Еще 2 рабочих трубочки добавим. Возьмем шпажку. Немножечко расширим место рядом со стойкой, чтобы вставить рабочую трубочку еще одну. И рядом с соседней еще одну. Сплетем такую веревочку из 4 трубочек. Значит, как мы плетем веревочку из 4 трубочек? Точно так же, как веревочку из 3 трубочек. Мы в каком-то уроке мы уже это показывали. Значит так, берем самую крайнюю левую трубочку и заводим за 1, 2, 3 перед 3 трубочками за 4. Укладываем ее. Берем опять самую левую трубочку и опять перед 3 за 4. Следующую точно так же перед 3 за 4. И укладываем виточки плотно. Перед 3 за 4. Так. Так. Так, вот здесь надо трубочку нарастить, чтобы у нас на загибке не было лишних, не торчало лишних наращиваний, не торчало срезов. Поэтому мы делаем заранее, чтобы вид был аккуратней. Так, за стоечкой спрячется наращивание у нас. И плетем до конца. Так, берем самую левую стоечку перед 3 за 4. Если бы мы плели веревочку из 3 трубочек, да, то мы бы плели перед 2 за 3. Сейчас мы делаем таким образом. Проплетаем рядочек. Так, и вот теперь мы добрались до начала. И теперь нам нужно наши трубочки уложить по рисунку. Так. Форму вынимаем. Так. Сюда. И сюда. Так. Это вот мы примеряем сейчас. Вот так у нас ляжет загибка. Даже я вот не знаю, вот она понадобится нам, вот эта трубочка. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Так. Вот эту трубочку мы уже можем подклеить и обрезать. Так. Пусть она немножко подклеится, потом обрежем. И точно так же остальные подклеим и спрячем хвостик. Вот таким образом мы спрятали все хвостики